Сахаджа-йога для меня, ну, можно сказать, это все. Это жизнь, это моя жизнь. А что для вас Сахаджа? Ну, я как-то не задумывалась конкретно, но мне недавно мой внук, 9-летний, задал вопрос такой: бабуля, что тебе дает Сахаджа-йога? Да, он сам не медитирует, просто, ну, так, присматривается. И я решила, что надо мне об этом подумать, что мне дает Сахаджа-йога. И я могу сейчас сказать, что она мне дает все. Буквально, да, все. Радость, постоянно испытываю радость внутри. Если бы мне раньше сказали, что такое возможно, я бы не поверила. Она мне дает силы, когда трудные какие-то ситуации в жизни. Я реагирую не так, как обычный, как я раньше была обычным человеком, да. А очень помогает реагировать так, чтобы что-то я могла сделать, а не отвлекаться на реакцию свою, там, переживать или печалиться. Я сразу вступаю и делаю. Ну, много чего. Нет проблем вообще никаких. Ни с деньгами, ни с друзьями, ни с общением. Очень здорово. И со здоровьем, кстати говоря, да. А что для вас Сахаджа-йога? Ну, во-первых, были долгие поиски духовного пути. Вот, и когда я пришла в Сахаджа-йогу, то мои поиски закончились, потому что я поняла, что я нашла то, что искала. И другого мне больше ничего не нужно, потому что Сахаджа-йога, она дает, во-первых, радость, удовлетворение, здоровье становится лучше. И очень много прекрасного, приятного общения с Сахаджа-йогами, с людьми, которые, ну, идут тем же путем. Что для вас Сахаджа-йога? Ну, это моя жизнь. Я с детства в Сахаджа-йоге. Я не знаю ничего другого. А что дает тогда Сахаджа-йога? Ну, Сахаджа-йога дает покой, гармонию. И она дает совсем другую жизнь. Я даже не знаю, какая бы у меня была жизнь, если бы не Сахаджа-йога. А что для вас Сахаджа-йога? Ну, Сахаджа-йога прежде всего дала мне свободу. И прежде всего свободу от всяких каких качеств. Это свобода от зависти, свобода от жадности. То есть я бы на самом деле поняла, что такое есть свобода. Свобода – это не какое-то вот такое материальное понимание, что ты можешь все, а именно то, что ты свободен от всяких дурных наклонностей и качеств. Вот это мне дала Сахаджа-йога в первую очередь. А во вторую очередь, то же самое главное, Сахаджа-йога дала мне очень хороших, замечательных друзей, с которыми мне очень радостно и хорошо жить. И еще она исполнила все мои желания, которые у меня были в детстве. Я начала танцевать, я начала петь. Ну, в общем, это все здорово, хорошо. Сахаджа-йога. Ну, это прежде всего, как лично для меня, это развитие во всех отношениях, во всех направлениях. Ну, это, по сути, как смысл жизни, можно даже так сказать. То есть самое основное, что может быть для человека, это научиться любить и прощать. Конечно, это не просто, но это основное. Без этого никак. What Sahaja Yoga is for you? My smile. My улыбка. It's I don't know. It's what I was waiting to be happy in my life is to see that the quality of human beings can be expressed if they receive love and they learn how to love themselves. Хотел увидеть в жизни, что как проявляется Сахаджа-йога для меня, это вот как проявляется качество человека, когда человек получает любовь, как он раскрывается, как он выражает свои качества. And yes, I mean, it's the awakening of human being, is getting one discovering how to love. Is this is love? Actually, it's just love. Ну, это по сути пробуждение человека. Это как человек находит то, как любить. And
is also, I think, like a fortune, because for me at the beginning, Sahaja Yoga was like a discount of good friends, because you go in one place and you find 1,000 good people. So you don't need to move much. You know that you go in one place and then you see like nice people all united. So you don't have to do the effort yourself of finding good people, because somehow Sahaja Yoga had put them together already. Это, по сути, было как бы такое находка, такое сокровище, что можно прийти в одно место и сразу найти очень много друзей. То есть не надо никуда ходить, искать друзей. Приходишь в одно место, и у тебя сразу очень много друзей. Is it your first time in Russia? Yes. Да. You like it? Yeah, да. How do you say a lot again? Очень, да. Очень. А что для вас сахаджа-йога? Сахаджа-йоги? Я много всего не знаю, словами не могу вам много всего объяснить, потому что это такое чувство, такое радостное, такое чувство спокойствия, такое чувство, как будто вы что-то истинно начали понимать. Не иллюзия, ну, немножко как в этой стороне, внутри вы начали смотреть и почувствовать. Вот это я начал потихонечку. И автомат еще очень интересный. Подумаешь, и получается. Если что-то честно, хорошее желание есть, пока желание не закончилось, а уже работа сделана. Такое столько раз был, что все, везде, каждую секунду видишь, ты не один, и тебя смотрит Бог. И тебя смотрит Шиматаджи. Всегда смотрит так, что каждую секунду ты под смотром. Вот это, а когда это чувствуешь, ты уже радостный, а у тебя никакой, всегда застрахован. Всегда хорошо, защищен, короче. Вот можно сказать. Это чуть-чуть я сказал. Глубоко объяснить словами невозможно, я так понимаю. Что для вас сахаджа-йога? Для меня сахаджа-йога – это все моя жизнь, все мой мир. Вот сахаджа-йога меня вообще изменял мою жизнь. Я очень чувствую внутри спокойную радость. И у меня теперь есть очень большая семья, которую я могу любить, которая меня любит. И для меня это самая большая радость. Спасибо. Я из Индии, города Хайдарабада. Я занимаюсь сахаджа-йогой с детства, почти с 12 лет. Сахаджа-йога – это для меня жизнь. Она показала мне значение жизни. Я радуюсь. И тем более я живу в России. Я чувствую, что Шриматаджи со мной каждый шаг, каждый день со мной. Джей Шриматаджи. Джей Шриматаджи.